Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Clash of Clans. Так, завершенное улучшение, золотая шахта. Так, ребят, ну что, я вам говорил, что я создал клан. Так, лига бронзовая 2. Максимальный бонус. Ага. Победы. Так, ну что, клан, вот он, ребята. Вот он, называется Легион. Так что, добро пожаловать. Так, ладно. Что мне нужно? У меня два строителя свободных. И я хотел бы, конечно, чтобы прокачать свою ратушу. Но, наверное, сейчас пока не получится. Может быть, мне стоит что-нибудь 100 тысяч. Мортира. Сколько она будет делаться? 12 часов? Да вы шутите. 12 часов она будет, ребят, клепаться. Офигеть. Ну что же, пускай клепается 12 часов, ребята. Я пока заберу. Ага. Подожди, что-то я пропустил, видимо, да? А что я пропустил? Тут награда. И ничего нету. А, недостаточно места, все понял, эликсир, ребята. Так, тут у нас приглашение в клан. Приглашение в клан у нас было. Так, давай посмотрим, что у нас тут происходит. Опа, эликсира дофигища. Собрать. Так, что нам надо? Улучшить смогу. Нужно построить. Блин, военный лагерь. Нужно построить военный лагерь, ребята. Мне не хватает денег. Ну что, тогда, наверное, мы попробуем немножко денег заработать. Не очень, конечно, удачный тут у меня момент. Башня лучников. Ну, башню лучников я, наверное, смогу снести втихаря, пока мы невидимые, да? На 3 секунды. А вот, ага. Почему я их не могу выставить-то? Да куда ты бьешь-то, ну господи, ну не туда надо-то, ну. Пипец. Конечно. 15% сдулся, короче, друзья мои. Просто сдулся. Блин. Давай дальше. Башня лучников, блин. Ну-ка, проверим. А, тут Тесла еще. Так, ну что я вам скажу, друзья мои. Остался у меня вот этот один плевун. Соответственно, мы за это время все не разнесем, но хоть что-то мы с собой прихватим. Так, я не знаю. А, у него башня лучников и Тесла было вместе, да? То есть у него ничего не осталось, кроме пушек. Ну, единственное, что мы по времени, ребят, с вами не успеем здесь все это уничтожить. А так, в принципе, да. 50% общего урона мы нанесли. Ну, уже хоть какую-то копейку мы заработаем. Блин, жалко, что он один остался. Процентов, да? Сколько там? 50 секунд, ребят, осталось. Ну, мы максимум можем уничтожить вот эту пушку и, скорее всего, золотую шахту рядом. Это все, на что у нас хватит времени. Ну, 63% будет где-то 67, наверное, да? 69. Но эту ты обсерваторию вряд ли уничтожишь за 30 секунд. Хотя, знаешь, хотя уничтожит, ребят. И останется у него всего две постройки, которые мы с тобой не успеем снести.
Ага, три постройки. Казарма и лагерь. 82%, я считаю, что, ребята, это неплохо. Блин, я и этот лагерь не увидел. Все. 82%, ребят. 14 тысяч монет. Ух. Так, ну что, давай тогда еще, наверное, попробуем найти. Что-нибудь найти. Так. Башня лучников, да, значит, здесь. Если я сюда поставлю... Блин, они 100% будут бомбить в этот эликсир. 100% тебе говорю, но я проверю. Да куда же вы бомбите-то, ну... Ну, почему? Ну, какой костер, блин. А вот, ребята, и Тесла. Вон она, Тесла, где у него была. Ты посмотри. Ну, обсерваторию мы завалим. Обсерваторию мы с тобой завалим. Блин, он... Ладно, главное здание тоже мы должны будем уничтожить. Клауфоути. Лексим. Ну, пушку тогда уничтожай, чего уж там. А вот после пушки, куда он пойдет? Он полетит, ребят, на... Скорее всего, на ту пушку, и его уже башня Теслы уничтожит. Так оно и есть. Да. Распетрушили, но тем не менее 58%. Но мне-то нужен эликсир. У меня строитель здесь свободный, да, получается, исследование. 110 эликсира. Так, тут 16 минут. Еще 16 минут, ребята, будут улучшаться у меня лучницы. Так. 180 эликсира надо. Блин, где мне еще 40 эликсиров взять, а? 40 тысяч, я имею в виду. 40 тысяч эликсира. А, слушай, луч... Подожди, а если мы... Так, секунду. Отлично. А вот тут, если я поставлю... Ах ты, жук! Подколол ты меня, да? Да, друзья, подколол. С башней лучницы у него Тесла была. Ну, тут можно, наверное, сдаваться, а тут, ребят, нет смысла. Я еще раз повторяю, ребята, как мне увеличить количество моей армии? Потому что, ну, таким составом, ну, это смех. Может быть, надо этот увеличивать? Лагерь. Ну, я имею в виду вот этот вот. Казарму. Открывается воин-подрывник. Но здесь нужно 4 уровня. Ну, допустим, сделаю так, сделаю так. Ага, вот так вот, да, мы с тобой. Допустим. Так, что еще надо? Еще 14. Thank you.
Ага, все, да? Больше не можем. Так, и остается... Да хорош, все, завязывай. И на... Да в плане еще 6-то. Блин. Еще 6. Я думал, что все, уже больше не может строить. Нет, он... У меня следующий вопрос. А с какого перепуга вот эта пушка здесь стоит? Одна одинешенькая. Стой здесь тогда. Вот так мы ее поставим. Вот здесь жалко, ничто у нас не прикрыто. И вот это вот, зачем она здесь нужна? Сюда ее выставляй. А Теслу поставим здесь. Вот. Так, что там еще нужно? 4, да? Давай мы, наверное... Ну что там опять? Все. Так, и получается нам нужен будет еще один лагерь. Ну, 180 тысяч. А у нас всего лишь 151. 794, блин, мы падаем, падаем, падаем по лиге, я смотрю. Лучницы смогут, в принципе, разнести, да, вот это вот. Я надеюсь, они не костер будут бомбить. Но вот эти-то уничтожат нас. Фейерверки. Нутром чую, просто нутром чую. Сейчас подлетят это здание уничтожать и... понеслась. Душа в рай. Да. Так, 803. А нам нужно до глиняной первой 900. 900, да, значит? О! Слушай, если мы сделаем... Это он Теслу делает? Ну, давай я так, короче, начну. А Тесла не доделана, получается, да? Да ж куда вы плюете-то, ну? Опять все пошло не так, как не надо было, блин. Один бьет сюда, другой бьет сюда. Ну, какого фига, блин? Опять неудачно. Знаешь, надо было лучницу сносить в первую очередь мне. Ё-моё, у него тут... Ну, тут что-то вообще жесть какая-то. Как я сюда... Мортир. Так, у него еще вон тут Тесла, ребят, стоит. Лучница достает. Плюс бомба. Офигенно. И еще у него тут охранники бегают. Ай-яй-яй. Ну, что ты встала-то где?
Ну, у него тут уже все открыто. Шахты, часовня, смотрю, это, я не знаю, что такое. Два кубка. Ищем. Но одними лучницами я здесь не справлюсь. Это точно тебе говорю. Этих выпустим, они начнут тут буянить. Поэтому, наверное, предлагаю сделать вот так вот. У него три лагеря. Ну и когда же вы побежали? Они начали, блин, бомбить не то, что надо, ребят. Как всегда. Не знаю. Я еще раз повторяю, ребят. Мне кажется, что армия должна быть больше. Но это бред какой-то. Я таким количеством ничего не смогу здесь вообще сделать. 795. Пушка плюс лучница у него здесь. И где-то Тесла. Как всегда, ребят. Где-то у него сидит Тесла. Вот где она может быть? Это подстава. Тут лучницы меня разберут. Пушка начнет бомбить. Не знаю, давай попробуем. Так, посмотрим, куда они побегут. Да, только вот эта штука осталась целой. Вот в чем беда-то. А вон и Тесла у него, оказывается, где. Опять в минус кубки, да, залез. 9. Это 9 в минус или 9 в плюс идет? 789, по-моему, в минус. Вот куда лучницы пойдут? У него где-то Тесла опять же прячется. Да, у него и фейерверки вон там он. Стоят, наяривают. Ну, эту пушку-то мы снесем, понятное дело. Ай-яй-яй-яй-яй, начала бомбить. Даже не уничтожили. Ну, трындец. Три. Это все-таки... А, в минус, ребята, идем. В минус. Так, ну сейчас лучницы у нас улучшатся, потом посмотрим, что у нас будет. Так, а где моя... А, я ее не ставил, ребята, я не ставил эту... Хотя вот он почему не ставил, военный лагерь, тренировка войск. Хм.
Как количество-то поднять, а? Не ясно мне почему-то, ребят. Ладно, здесь пока доделывается. Так, элик есть. Ты лагерь-то оставь, пожалуйста. Мне нужно... Блин, 180 эликсира тратить, а? Сколько? 2 часа 59 минут он будет делать это, ты понимаешь? 2 часа 59 минут. Так, у нас там все заполнено. Все. Так, ну давай тогда, наверное, мы попробуем, ребята, на подборчики посмотреть. Ну, в принципе, можно. Можно разнести. Попытаться, да, по крайней мере. Так, у него здесь фейерверков нету. У него лучница, да? Ты посмотри. Да куда вы бомбите-то? Вы... Великанов она будет уничтожать, но ура, эта пушка, ребят. И ничего с ней не сделать, главное, а? Офигеть, да? Заклинания не хватило, чтобы ее уничтожить. Этих вообще на один удар сносит. Ну я же не знал, что у него эти шары здесь, блин, будут, ребят. Надо было потихонечку. Минус 12 кубков. Так, нет, здесь я не потяну. Здесь тоже вряд ли. Ну здесь, если из расчета убрать мортиру, давай проверим. Давай, 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 ребятушки. Уничтожили. Ну и прекрасно. А это последняя пушка, походу, дела. Все, дальше лучница свое дело сделает. Лучницы свое дальше дело сделают. Ну что, у них тут по краям не стоит? Нет. Значит, просто расстреливаем. Так, 24 кубка в плюс. Поражение минус 11 кубков.
Так, снесли. О, сейчас они быстренько тут разнесут. Это последнее здание, походу. Великолепно. Еще и с бонусом. Так, тренировочка. Десять этих, 15 закажем. Пускай будет 2. Этих тоже возьмем 15. 20 фиг с ним. Бомбардиры, я, правда, не знаю, нафиг они нам нужны. И остальное на великанов. Так вот, пускай делается пока. Так, у меня... Ага, все работяги заняты. Это он будет пушку, блин, 12 часов улучшать. Так, и здесь, то есть работяг у нас нету. Эликсир мы можем, да, приготовить. 2 эликсира все с собой берет, получается. Воздушная бомба. Так, ладно, возвращаемся обратно сюда. Три часа будет фигачить. Как вот это вот все тут. Мне не пройти, не пробить, получается. Если я даже возьму великана, если он сюда пойдет или здесь. Пока он будет ломать. Да. Пока не дойдут, блин. Нет, невозможно здесь, друзья. Ну, просто невозможно. Вот этим вот, вот этим отрядом, который у меня есть. Ход атаки, ход обороны. Это на меня нападали, да, я так могу понимать. Вот ты посмотри, сколько у него варваров. Мало того, что они у него быстрые. Че он тут не успел сделать? У него больше варваров, чем у меня. Ну, давай попробуем варваров взять. Просто глянем, сможем ли мы с тобой. У него 2 пушки. Тесла. Ребят, тоже 36 урона. Как и мне, 36 урона я нанес ему. Здесь-то что? Блин.
Так, ну давай. У него Тесла здесь. Да куда вы пошли-то? Ну, господи, ну... С 20%, а? Ну, а здесь что? Ну, здесь как бы смотрится более-менее нормально, да? Давай попробуем. Опять Тесла, блин, а? Не канает. Ну, не канает, ребята, все. А еще эта Тесла идиотская, блин, везде лезет. Вот это самый раздражительный факт, когда они бегут куда, куда ни попадя. И, оу, и вон у него и Тесла где, оказывается, была. Да, по-моему, плевунами... С плевунами, по-моему, было лучше, мне так показалось. Если я сюда поставлю, они пойдут на костер, верно? Ай-яй-яй. Так, 53%. Ну, награду я получу, конечно, какую-то. Но лучник меня все равно здесь ушатает, получается. Сейчас мы подлетим куда-нибудь сюда. И с Теслой хорошо получилось здесь. Теслу мы разбомбили. Но надо же, она не видит. Странно. Ну вот она увидела. Но мы начали бомбить не то, что надо. 23 кубка. Это в плюс же идет, да? По-моему, в плюс. Ну вот тут вот, как думаешь? Давай всех выпустим, блин, потому что 3 часа они будут бомбить иначе. Где-то... А, Теслы здесь нету, кстати. Или где-то она за пределами. Может быть, где-нибудь здесь стоит. Может быть, ребят. Оу, я фейерверки-то не увидел. Вон они где, оказывается, были. А вот и Тесла. Ну, 62%, ребят, наказание пошло. 62% это тоже нормально. 790. Такс, давай попробуем еще. Угу. 3 пушки. Плюс лучница.
Давай попробуем. Блин, Тесла паршивая, ты как ты меня раздражаешь? Да, расклепали. Но тут уже в минус, ребят, конкретно мы зашли. Даже звезды не получили. Тут как-то я про эту... Постоянно забываю про эту Теслу. Ну, ё-моё, тут-то выдали тоже мне. Еще плюс охрана. Две ловушки. Ух. Ну и давай так попробуем. Чего? Бумс. Что-то мне такое ощущение, что я не того врага напал. То есть слишком мощный какой-то. Огненный у него же, прикинь, турели. Они же побегут сейчас, наверное, сейчас проверим, ребят. Я так и думал, что они побегут. О, они начали тут бегать вокруг. Да ну, нафиг. Я думал, что они пробьют сюда. Пушки. Угу. Пушки. Пока не уничтожил вокруг, да? Все, он ничего не делал. Опять в минус идем. Блин, дайте нормального врага. Ну, полегче, чем нормального. И Тесла тут сразу же. Ловушка, блин, бомбическая, а. Да, тут понятно. 776, да, в минус идем, в офигенный. Так, ну что, исследование. Манны не хватает. Прямой эфир, напали на меня. Процентов успел урвать, да? А как у него 8 этих и один этот? Улучшить, не улучшить его. Блокирует любой урон на 5 секунд. Давай, пускай улучшается. Так, опять на меня напали, а? Кингпин. А где... А он что, снес мне, что ли, эту? Теслу-то мою. Нет, вот она, Теслочка моя. Но он мне нанес нормально урона. Семьдесят один процент, ребят. Ну, нифига у него время-то, блин. Шестизвездочный, ну, шестого уровня.
Так, а вот у нас новые появятся, ребята, когда мы построим до 4 уровня. Ну, это ждать нам с тобой. 2.40. Так, давай здесь тогда, наверное, немножечко попробуем. Накопилась армия-то? Да, сделалась. Погнали. Что-то тут слишком дофига лучников. Так, это мы уничтожим, да? Ну, а дальше развлекаемся. Так, у него по углам ничего нету? Нету. Ну, тут нормально получается. Денег, конечно, не очень много выручили, но фиг с ним. Варис Анвар. Великолепно, 100%. Подтыщенки к бонусу идет. Так, я сейчас еще закажу. Блин, да подожди ты. Тренировку войск. Так, пятнарик, наверное, сделаем. Вот так вот. Ну что, будем еще ребят искать по подбору. Слушай-ка, тут можно хорошо понаживиться, если честно. А у него лучница далеко? Вот она, да? Мы с тобой сделаем следующим образом. Так, стенобойщик. Добежит, как думаешь? Хорошо, что я так сделал, а? А у меня... Прикинь, а у меня здесь лучников нету. Давай тогда так сделаем. Но тут получается мои воздушные шары все остальное сделают. Разрушитель, мортир. Эликсир. А, фиг ли мне эликсир, ребята. Эликсир-то мне не нужен. Стенобой. Две звезды. Остается всего лишь два здания, да? Да в плане. Черт подери, у него...
Ну, за минуту, я думаю, не успеют, ребят. А если не успеют? Ну, жары напрямки идут, им пофиг. 46 секунд, ребят. Два варвара бегут. Давай, давай, мне нужно 100%. 30 секунд, ребята. 30, черт бы их побрал, секунд. Давай, 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 прижучивай. Есть, великолепно. 100% бонус. Так, что у нас там? Новое достижение, друзья мои. Разрушитель мортир. Стена Б2. Уничтожьте 200 стен. Так, уничтожьте 25 мортир. Друзья мои, еще немножко, и мы с вами сможем купить еще одного строителя. О, тренировочное зелье. Так, строители. Строители строят. Блин, так хочется потратить, но нет, я сдержусь. Ускорить все. Используйте для ускорения викингов приготовление и восстановление героев. И что это получается? Ускоренное, что ли, как сказать? Ну, ускорение, да? Ускоренное получается. Ускорить все. Ну давай, гоблин, фигли, нам все равно некуда эликсир делать. Будем тебя тренировать. Потихонечку, так скажем. Что-то великанов до хрена наклепал здесь. Эликсирчик, дайте. Сюда поставлю. Что, все, армия сделана, типа, да? Мне надо, чтобы казна была, ребят, полна. Потому что деньги нужны. Если мы увидим казну, ну они что-то куда-то все деньги барыжат. О, это наш клиент, ребята. Это наш клиент. Ах ты, зараза! Да пошел ты! Да куда же вы стреляете-то? Тут какой-то фейл, ребят.
крепкие у него пушки, да? Возможно, башню лучников-то мы завалим, а вот эту-то... Если уничтожаем, то это будет хорошо, ребят. Ну, есть. Теперь все в нашем распоряжении. Ну, времени, минута 18. Мне нужна была казна, на самом деле. Ой, как они долго казармы эти будут бомбить. Живучие, но тормознутые, господи, Седна. Вот кого мы бомбим с тобой, Седну. Они полминуты, ребята, уничтожают эту. Какой полминуту? Да. Идут, не спеша, в развалочку. Куда вы пошли-то? В лагерь, что ли, бомбить? А, эликсир. Я вообще-то хотел косну, ребята, здесь разграбить. А вместо этого получилось у нас... Блин, ты посмотри, у него просто ломится, ребята, золото. Да, очень медлительные. Очень медлительные, я тебе так скажу. Давай еще тогда. Чё уж там. А где у него... Ага, лучница. Лучница здесь. Давай на пробу проверим. То есть нет у тебя, да? Окей. Хана тебе. И полетели. Так, по краям я не вижу ничего. Ну да, тотальное уничтожение, ребят, получается. Отлично. Здесь на суточку пройдем. Правда, казна опять же была пустая. Ну, зато получим очки. Готов. Великолепно. Слушай, а чтобы нам здесь перейти в следующую лигу, нам сколько нужно? Так, бронзовая, следующая лига, бронзовая 1. Но сколько надо, не показано. 599, понял. Так, ну давай еще.
Да, с шарами что-то тут. Он быстро разобрал. Блин, мортиры еще. Уничтожьте, пожалуйста, вот эту фигню. Да чё они так долго-то её уничтожают-то, ну? Они её даже не уничтожили. Добейте. Теперь шарики. Теперь шарики. Давай, давай, родные мои. И вот здесь еще. Шар бомбит, а? Вот и все. А дальше наше все, ребят. Сколько? Минута и шесть, да? Так, эликсирчик будет наш. Но 100% конечно у нас не будет, друзья мои. 100% вряд ли. Но процентов 50, я думаю, набьем. Двадцать шесть секунд, блин, 24. Ну, давай, давай, давай. Отлично. Ну что, ребят, 50% мы набили. Хотелось бы, конечно, больше, но и... И 50. В моем случае 50 нормально. Плюс 15 кубков. Итого 592. Еще одну победу, если сделаете, ребята, мы перейдем с вами на новую лигу. Так, ну давай, погнали. Хм. Что-то в этом есть. Шары расстреливайте, пожалуйста, господа, дамочки. Ну и прекрасно. Ну и великолепно. Мортирку уничтожьте, пожалуйста, чтобы моих великанов не беспокоили. Все, 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 все. Тут есть вероятность даже, ребятушки, на 100% пройти. Есть такой шанс, потому что... А если мы на 100 проходим, ребята, мы попадаем сразу же автоматически в следующую лигу. Все четко. Так, здесь разбомбили.
сейчас добыча эликсира. У него по углам ничегошеньки нету. Последнее здание. Все, друзья мои, на соточку. Вот она, Лига бронзовая, друзья мои. Вас повысили, говорят. Так, это зелье ресурсов, зелье изучения, зелье строителя. Это как понимаете? Открываю. Так. Зелье сварено строителем на случай чрезвычайных ситуаций. Позволяет вашим строителям трудиться в 10 раз быстрее в течение одного часа. Работает в родной деревне. Нифига. Книга строительства. Это что такое? Считается, что эта волшебная книга написана самым главным строителем. Она позволяет немедленно завершить любое улучшение здания. Работает в обеих деревнях. Слушай, ну нормально. А где кристаллы мне брать, а? Вот эти вот. По завершению всего, что здесь будет. Значит, бронзовый лига 1. Ага, следующий у нас будет 799 на 800 получается. Ну что, давай последний бой, ребят, сыграем, наверное. Твою налево выдал, блин, мне, а. Ну выдал, блин. Там что-то у него мортира жестит, по-моему. Что-то у него тут дофига, блин, и вышек, и пушек, блин. А, у него маг еще тут. Твою налево, я мага-то не увидел. Маг стоял там на... И опять минус 14 кубков. Понизили, да? Блин, тут 4,5 часа. Давай боевку тоже здесь последний пройдем, ребята. И... Так, Теслу делаешь, да? Ты здесь делаешь Теслу, то есть... То есть, если мы попробуем... Блин, я боюсь, что они лагерь будут атаковать. Давай проверим, будут ли они лагерь атаковать. Давай, лучницу, башню, лучницу, блин! Да ну какие вы тупорылые, блин! Успеет? Успеет. Шикарно, ребят. А, вон еще там пушка. Ну, Тесла, я не знаю, она работает, ну, починил ее или нет, сделал? По-моему, она еще в работе, ребят. То есть, ну, в производстве. Тогда на 100%. Да, друзья мои, на 100% будет пройдено.
Шикарно. Просто шикарно. Так, друзья мои, ну что? На сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.